И меня это пугает, потому что их обучили сохранять спокойствие, чтобы не происходило. Я это заметил, когда мы попали в турбулентность, войдя в Йоханнесбург, там, где бушуют сильные бури. И самолет начал трясти, и это не было спокойной турбулентность. Трясло так, что у людей белели костяшки, когда они держались за кресло. И забавно, что люди пытаются вести себя натурально в это время. И потом уже даже привыкли. Но наступает момент, когда абсолютно все начинают паниковать. Кроме стюардесс, они удивительны. Я обожаю, как они это делают, когда все вокруг трясется. Вещи падают, сумки ударяются о стенки отсеков. Люди в панике, кроме стюардесс. Они просто проходят естественно. Это странно, как будто нижняя половина не связана с верхней частью. При всем при этом они еще такие типа... Да, да, да. Да, хорошо. Вот, очень горячо. Спасибо. Минуту. И что-нибудь для вас, сэр? Да. Хорошо. Наташа, передай, пожалуйста, яблочный сок. Ага, спасибо.